Это основной продукт питания для многих народов мира. Но кто бы мог подумать, что хлеб может стать причиной людской смертности? Оказывается, сегодня хлеб стал, по сути, в кавычках, серийным убийцей, медленно убивая потребителей этого некогда полезного и питательного продукта. А все дело в хлебе из белой муки, без которого немыслим завтрак, обед и ужин любого из нас. Именно он становится основной причиной проблем со здоровьем. В составе муки высшего сорта содержится, по сути, один лишь крахмал, который склеивает ворсинки тонкого кишечника, повышает сахар в крови и приводит к необратимым последствиям для человеческого организма. Хлебные изделия из белой муки – это сплошные калории. Никаких полезных и питательных веществ для организма они не содержат. Помимо серьезных нарушений с работой кишечника, употребление белого хлеба задерживает в нем и другую пищу, что провоцирует запоры. Даже если мы съедим всего лишь кусочек такого хлеба, да еще и в неправильном сочетании, это даст нам серьезный сбой в углеводном обмене, а пагубное влияние от съеденного продолжится до 2 суток. А ведь мы едим такой хлеб каждый день, причем не один кусочек. Кроме этого, в составе мучных изделий присутствуют дрожжи и продукты их жизнедеятельности, различные сивушные масла. Эти канцерогенные вещества также влияют на наше здоровье не самым лучшим образом. Помимо этого, такую муку дополнительно отбеливают на производствах. Вроде бы нет ничего проще. Смололи зерно, вот тебе и мука. Но такая мука недолго хранится, что невыгодно. Поэтому производители ее очищают, а огромное количество витаминов, микроэлементов и так необходимой нам клетчатки, все это отправляется в отходы. Вот почему от зерна остается лишь крахмал. Но и это еще не все. Чтобы мука стала белоснежной, ее отбеливают химическими веществами. Конечно, такая выпечка получается более аппетитной, белой и рыхлой, но разве это может компенсировать ее вред? Исследования на мышах показали, что при питании хлебом из муки, обработанной такими отбеливающими веществами, животные испытывали острую нехватку витамина Е. У них стремительно развивался диабет и онкологические заболевания. Точно такие же вещества, но в большей концентрации, используются в стиральных порошках и бытовой химии для дезинфекции и отбеливания. Для любого, кому важно состояние здоровья его детей и близких, этой информации будет достаточно, чтобы задуматься о том, стоит ли покупать хлеб в магазинах или лучше приготовить его самому в домашних условиях. Если хотите быть здоровыми, ешьте хлеб только из цельнозерновой муки с отрубями. По сравнению с хлебом из белой муки, в нем в 75 раз больше кальция, а таких важных элементов, как калий, фосфор, железо и магний, больше в 1000 раз.